На территории Ледового дворца Стерлитамак-арена впервые в городе 22 июля прошел внедорожный тест-драйв автомобилей Volkswagen Amarok. Организатором выступил официальный дилер Volkswagen «Автоцентр Кирк». Сегодняшнее мероприятие – это одно из мероприятий, которое мы проводим для позиционирования марки Volkswagen в Республике Башкортостан, для более близкого знакомства наших клиентов с теми автомобилями, которые они выбрали для себя. Вот мы пытались здесь модулировать именно те возможности с помощью представителей инструкторов Дмитровского полигона, ну, которые, наверное, вы вряд ли решитесь приобрести автомобиль, в общем-то, смодулировать, скажем так, на живой природе. Но, по крайней мере, вы будете понимать, что автомобиль может, на что он способен. Amarok сам по себе, как только появился, до официального представления порядка 50 автомобилей прошли в группе сопровождения на Дакаре, когда Volkswagen выставлялся там легковыми автомобилями, и эти все автомобили прошли без единой поломки. Мы уже не говорим о том, что эти автомобили участвуют в ралли «Шелковый путь» и так далее, и так далее. То есть Volkswagen этим автомобилем давным-давно позиционировал себя, что мы можем делать не только хорошие, качественные легковые автомобили, но и в подразделении коммерческие автомобили тоже появился автомобиль с достаточно приемлемыми новинками, с теми удобствами, возможностями, которые ранее были для наших клиентов, возможно, недоступны. А сегодня происходит тест-драйв автомобиля Volkswagen Amarok на специально привезенной трассе искусственных препятствий. И здесь мы показываем преимущества автомобиля. Мы показываем бездорожье в городе. Трасса состоит из четырех препятствий. Что я могу рассказать? Я на таких тест-драйвах первый раз. Ну, то есть раньше были оффроуд где-то на природе, на бездорожье, а на таких специализированных горках. Вот первый раз. Ну, скажем, испытал определенный драйв, потому что когда заезжаешь на горку и не видишь, что перед тобой, только небо, ну, скажем, становится интересно. Только в зеркала ловишь землю. Мы пришли сюда всей семьей для того, чтобы все смогли посмотреть на этот автомобиль, попробовать, ощутить комфорт его, удобства и возможности. Мы 2 года собираемся купить данный автомобиль. И очень рады, что сегодня удалось прокатиться на нем. Мы посмотрели на все его возможности, и еще больше мы поняли, что нам нужен этот автомобиль. И я думаю, что не сегодня-завтра мы поедем в салон для того, чтобы как-то оформить или там, ну, в общем, хотим купить его уже в этом году.